18 мая на базе детско-юношеского центра прошел слет отрядов юных инспекторов движения «ЮИТ-2016». В подготовке проведения слета приняли участие сотрудники отдела ГИБДД МВД Ясинский и работники детско-юношеского центра. В слете приняли участие 16 юных инспекторов движения из 4 образовательных учреждений городского округа. Ясинская средняя школа номер 2, детско-юношеский центр, Еленовская средняя школа и Комаровская средняя школа имени Устиченко. В результате серьезной и упорной борьбы победителем слета стала команда Еленовской средней школы. Победители и участники слета награждены грамотами и ценными подарками. Каждому юному участнику инспектор ГИБДД вручили свет возвращающие значки.